Муз ТВ. 20 лет в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Денис, нам пишет Настенька Красильникова. У меня такой вопрос. Существует ли у вас семейная традиция на Новый год? Как обычно он проходит у вас в семье? Да, во-первых, спасибо большое. Мы с вами поздоровались, теперь поздороваюсь со всеми участниками нашего онлайн-чата. Это для меня впервые за всю мою историю. Я вот так в онлайн-общение, общение с камерой и с вами, да, и, конечно, с дорогими... Как это, как же правильно сказать, как не слушатели, не зрители, братья по чату, вот так я вот назвал бы. Традиции новогодние, вы знаете, ну, мне кажется, в этом-то и прелесть Нового года, что есть определенные, одна традиция, она, в принципе, у всех одинаковая, это семейный праздник, конечно же, это елка, конечно же, это украшения, конечно же, это вкусные салаты, которые не как обычно в последнее время покупаются где-то в кулинарии, а, в принципе, сами создаются, ну, даже я иногда принимаю участие, почистить картошечку или там свеколку сварить, винегрет, селедочка под шубой, ой, сейчас прям слюни потекут, я не ел еще. Конечно, новогодний огонек обязательно, просмотр старых фильмов советских, наших замечательных комедий с легким паром, я вот не знаю, мне очень нравится, мне многие друзья говорят, уже мы не можем смотреть этот фильм, а мне наоборот, он как-то, наверное, такая некая ностальгия о детстве, о юности, там, сейчас-то я сейчас вторая юность, вот, а я говорю о первой юности. Ну, если говорить о, там, так как все-таки Новый год мы артисты поем на сцене в этот момент, поэтому дома, конечно, сложно непосредственно сам переход с 31 на 1 встретить.
Но зато потом впереди как минимум 5-6 спокойных дней, когда можно насладиться друзьями, которые к тебе приезжают, которых, как правило, ты год не видел, зажечь каминчик, вообще выйти на улицу, слепить снежную бабу, если на улице есть снег, задор, настроение. Если нет баб как бы дома других, то можно слепить снежную. А какой у вас Новый год был такой самый запоминающийся? Можете ли рассказать о нем? Вот это такой вопрос. Я все вот сейчас вот мне это сколько, 21 год я даю интервью, 20, и вот 21 год я себе даю зарок, чтобы мне придумать какой-нибудь интересный ответ на этот замечательный вопрос, или вы что-то сотворите уже на Новый год, что-то такое непредсказуемое, чтобы можно было сказать. Я могу сказать так, миллениум 2000-й мы встречали, как к нему серьезно готовились, встречали мы его в попыхах, потерялись, то есть получилось так, что у нас было несколько работ, мы ехали на автобусе с одной работы на другую, танцоры ехали в другой машине, в общем, мы танцоров потеряли, и оказалось так, что мы в центре Москвы, на пустой площади, никого не было, нам, наш, тогда, на тот период у нас была девушка-директор, подарила чайный сервиз, и мы туда налили чая, ну, это вот прямо такой вот, вот по клише пошли, чай, в чай, в 2000-й, и чокались чаем прямо в ожидании танцоров. Но отнюдь, конечно, не праздничные речи мы произносили, а так вспоминали танцоров добрым хлестким словечком. Вот. Снегурочки гребаные, вот типа такого там. Где же вы ходите? А какой самый дорогой подарок вам дарили на Новый год? Самые дорогие подарки, наверное, они, как правило, из детства, ну, потому что ты не знаешь, сколько это стоит, ты не ожидаешь вообще, что тебе подарят. Для меня, и это, если говорить сейчас о моих родителях, понятно, что они зарабатывали, как обычный средний советский статистический человек, очень немного, но мама с папой, как правило, покупали мне очень дорогие игрушки, мне подарили мототрек, я помню, значит, он стоил 25 рублей, но если сейчас как-то, не знаю, эту цену каким-то образом на сегодняшний день представить, ну, 1015 как минимум рублей, ну это такая серьезная цена, это был фантастический мототрек с мотоциклами, был такой эскалатор, на которых они поднимались, мечта любого мальчишки. Но, а если говорить о подарках, то мне, конечно, сейчас уже приятно, когда подарки сделаны от души или искренне, то есть либо это какой-то тематический подарок, то, что я бы очень хотел, вот, либо это сделано своими руками, например, моя вторая половина. Например, когда мы с ней познакомились, она вышила мой портрет бисером. Представляете, это адский труд, 3 месяца. Мучилась. Я же не в курсе, насколько это сложно технологически. Мне, конечно, было приятно, я потом куда-то его поставил и не повесил, потому что мне там рамочка не понравилась. Жена на меня обиделась, я прекрасно понимаю. Сейчас он висит на почетном месте при входе в студию. Спасибо большое. Спасибо. Ответы обширные. Давайте мы с вами немножко отойдем от тематики Нового года. Давайте. Тут сыпят вопросы, засыпают меня про вашу карьеру. Во сколько лет у вас началась карьера? Ой, актерская? Нет, ну она, давайте так, карьера, ну слушайте, реализовывается. Нет уточнения, я понимаю, да, но в принципе в профессию я попал, наверное, ну, то есть музыкальную. Я в первую очередь музыкант, уже как бы карьера стала развиваться в 19 лет. Мы со Стасом познакомились. Это был 94-й год, мне было 19 как раз. Мы с ним познакомились за 2 недели до того, как уходил в армию. Я вообще как бы на тот период не думал самореализовываться. Но поскольку как-то так вот этот импульс дружбы, плюс потом сразу же я писал уже песни. Стасян говорит: слушай, а давай сделаем вместе что-то. Я говорю: давай, но только я сейчас в армию ухожу, чувак, подожди меня 1.5 года. Ну, надо знать Стаса, как бы, конечно, знать он не умеет. В общем, я параллельно, служа в армии, мы репетировали, занимались, и уже под дембель в 95-м году уехали в Москву и участвовали на конкурсе «Ялта-Москва-Транзит», где заняли 1-е место. То есть, в общем, по сути, можно сказать, что карьера началась, ну, давайте так, в 20 лет. Карьера, слово такое, господи. Ну да, по сути, карьера, конечно, а чушка. Куда ж тут денешься? Так оно, просто все так громко уже. А вы сейчас поддержите отношения со Стасом? Да, ну у нас, я не могу сказать, что мы их поддерживаем, потому что, прообщавшись 17 лет нос к носу, вот я могу сказать, что мы друг о друге знаем все, и
И пока нам не о чем говорить, ну вот что-то новое. Наши творческие пути кардинально разошлись, тоже, в принципе, это хорошо, потому что мы друг другу не мешаем. Каждый занимается на сегодняшний день и делает то, что ему 100% нравится, и это прекрасно. И, ну, я сейчас вот анализирую, и, наверное, «Чай вдвоем»-то поэтому и был успешным проектом, потому что тут было две половины. Я так, то есть мы оба там и визуально подходили друг под друга, просто я там, грубо говоря, более романтичный, а Стасян всегда более эксцентричный. Вот. И за счет этого был такой некая уникальность, благодаря которой, конечно же, мы так долго и хорошо, и уверенно просуществовали. Это очень круто. Я думаю, что наступит когда-нибудь какое-то время, когда это вновь станет актуально для нас. Ну, или главное, в первую очередь, чтобы это было для зрителей. Хотя, кстати, для зрителей, как показывает практика, песня «Чай вдвоем» до сих пор везде крутится. Тоже приятно. Это тут просто наши зрители просят, чтобы вы записали песню дуэт со Стасом. Ну, слушайте, ну подождите, это, я думаю, что, может быть, это произойдет там лет через 5. Но сейчас каждый настолько самодостаточен в своей истории. Ну и я говорю, за счет того, что мы сейчас настолько разные. И потом, слушайте, ну 17 лет с одним мужиком петь, я уже устал. Дайте другими попеть. Куча, во-первых, с девушками, наконец-то, можно один на один. Так раньше приходилось делить. Вот у меня сейчас несколько дуэтов записаны были. Все с Пьехой мы все никак не можем записать, нас уже поклонники. И его, и мои просят. Вот, наверное, со Стасиком, может, мы сделаем. Есть идея с Ираклием дуэта, она практически записана. Просто, скорее всего, стартанет песня по весне. В общем, пошел я по рукам. С удовольствием. Вам Настенька Красильникова передает привет. Спасибо большое, спасибо огромное. И спрашивает, как вы видите свою жизнь через 20 лет? Слушайте, я надеюсь так же. Ну, так же в плане, у меня будут гореть глаза, у меня будет желание делать что-то новое, достигать новых вершин. Я также буду счастлив, потому что я сегодня реально счастлив в окружении своих замечательных поклонников, которые очень сильно помогают, и я это чувствую, эту поддержку. Спасибо огромное, потому что в сотый раз везде говорю, что артист, состоявшийся артист, тот артист, у которого действительно есть поклонники, есть армия единомышленников, а у меня именно такие преданные, и я это очень сильно ценю. Так что вот мне бы очень хотелось, чтобы лет через 20 было все так же. Но если будет лучше, будет вообще фантастически. А вот спрашивают, какие песни вам нравятся? Я так понимаю, может быть, направление в музыке? Стилистически? Ну, я вообще очень эклектичный человек. Но есть у меня альтер-эго мое, да, там, я люблю Джин-Джин. Вот сейчас Металлика выпустила новый альбом, только буквально позавчера я прям с удовольствием скачал. Сейчас стал развивать уже, когда-то лет 10 начинал делать англоязычный альбом, таком, ну, там, пускай это будет не альтернативно, но таком рок-звучании мы вместе со Стасом еще делали. Я его правда, заставлял, правда, как сейчас я сейчас понимаю, бедный максимально сопротивлялся. Ну вот. А сейчас уже, когда сольное становление произошло великолепно, все уже отлично, записано два сольных альбома, сейчас можно уже себя побаловать и вот таким вот приятным развлечением альтер-эго пошуметь, покричать, порычать в микрофон. Ну, тоже о любви, но только порычать уже. Если говорить о песнях на сегодняшний день из русских, мне очень нравится. Я вообще люблю такие широкие баллады. У меня тоже, например, там песня «Начнем сначала», или там, которая вот сейчас получила «Золотой граммофон» буквально на днях. Вот мне очень нравится дуэт «Наргиз» с Максимом Фадеевым. Очень красивая, очень сильная песня, очень глубокая. Отличная, кстати, дуэт у Эмина с Ани Лорак тоже вот в таком же ключе, с драйвом. Я сейчас прям начну вот такие вот, у меня есть некие стандарты. Стас Пьеха и Григорий Лепс, «Она не твоя». Если из новых групп, то Айова, я вот считаю, что на сегодняшний день для меня это номер один. Фаворит, замечательные ребята, очень круто, очень легко, очень стильно, очень музыкально, мелодично, чувственно. Катя, конечно, очень клевая. Ну и вообще, там Катя фронтмен, понятно, но там есть ребята, кто ее замечательный коллектив, кто пишет и аранжировки.
И это очень самобытно. Причем мне безумно вдвойне это нравится, что это очень круто по музыке, это очень стильно, очень модно и при этом настолько популярно. Вот это очень важно. Потому что когда я ушел там в сольное плавание, для меня тоже был определенно важный момент написать не просто песню, которая станет популярной, это неинтересно, а написать такие песни, благодаря которым там твои коллеги, мои коллеги уважаемые будут ко мне подходить или звонить, там говорят, слушай, какая у тебя клевая песня. То есть они меня будут уважать не просто за то, что я актуальный артист, а то, что они будут ко мне симпатизировать уже музыкально. Это очень приятно, и самое приятное, что так оно и происходит. Как раз недавно, после 20-часового марафона, мы встретились с Кучерой, с Оскаром, и поговорили, ну, пообщались в интервью, потом я пошел на сцену, а вчера на следующий день мне звонит, говорит, Дэн, слушай, говорит, я тебе, ну, вчера, понятно, не успел сказать, короче, я, говорит, уже полгода слушаю радио и попадаю все время там на одну песню, которая мне, ну, прям безумно нравится, но поскольку титров никто не объявляет, я даже не знал, кто это. И каково было мое удивление, когда я тебя объявил, и ты вдруг запел эту песню. Ну, вот это для меня... очень, для меня это реально очень приятно, когда твои друзья, уважаемые коллеги вот так вот говорят. Это круто. Да. У нас тут жительница из Петербурга так спрашивает, когда вы приедете с сольным концертом? Да. В город. К себе, да, практически. Потому что я-то сам из Питера, да. Мой дорогой, любимый Питер. Я обязательно приеду. Я могу сейчас даже приоткрыть завесу и для москвичей, что в следующем году свое сольное плавание там я начал с отмечания 20-летия творческой деятельности так бы, в Санкт-Петербурге. Как раз у меня был первый сольник, это было 3 года назад. Вот. И в следующем году я хочу сделать уже новый концерт, он уже готов. Сейчас мы начинаем подготовку максимальную, там и музыкальную, и визуальную, и по информационно. Это будет шоу отличное. Я думаю, следующей осенью и в Питер, и Москва, и вообще вся наша необъятная страна выстроим некий тур и уже вот таким серьезным багажом поедем наконец-то самореализовывать меня прекрасного и такого замечательного. А вы можете рассказать какой-нибудь смешной случай, который произошел с вами на гастролях? Такой запоминающийся. Слушайте, я вам сейчас расскажу смешной случай про дочку моего директора замечательного. У меня, значит, она такая девочка, ей вот ей сейчас 12 лет. Подождите, у меня не так, подождите, нет, есть 11, но будет 12 скоро. Она вот такая очень правдивая, точная, очень вежливая, но честная. Ну вот. И мы тут буквально на гастролях недавно были с Игорем с утра, сидим в аэропорту. Ну, понятно, что в машине приехали в таком легком коматозе, а она занимается конкуром, выездкой. И она вот победила, заняла 2-е место в каких-то соревнованиях на своих лошадках. И Игорь с ней разговаривает, я говорю, дай мне, пожалуйста, дочку. Я говорю, здравствуй, Стефочка, ты такая прекрасная, я тебя... Она говорит, здравствуйте, она всегда говорит, здравствуйте, дядя Денис. Я говорю, Стефочка, ты такая умничка, я тебя поздравляю с тем, что ты получила 2-е место. Спасибо большое. Я говорю, ты вот, понимаешь, вот ты такая, я даже не представляю, как вот сесть на лошадь. Я начал что-то там вот ей говорить, бубнить, и вдруг она мне говорит, дядя Денис, вы не сочтите, пожалуйста, за... Как она сказала, не помнишь, Ася? Сейчас, ну, типа, не за неуважение, но вы там поспите и перезвоните, а то я ничего не понимаю, что вы говорите. Такой мой хороший малыш. Вот, но это очень смешно было. У меня сын такой же, он тоже очень честный. Вот. И вообще, дети, я сейчас плавно перешел на детей, дети – это вообще невероятное счастье. Конечно же, потрясающий, и дай бог им здоровья. Так, случай на гастролях. Ну, слушайте, ну, поначалу, ну, хорошо, давайте расскажу случай со мной какого-то там веселого совсем. Ну, понятно, что когда появился там «Чай вдвоем», начались разговоры там об ориентациях и прочих историях. Кто-то с радостью, кто-то с подозрением. Ну, вот, в общем, мы приехали, я не помню, в какой город, и нам администратор говорит, здравствуйте, там мы, ну, мы тогда вдвоем еще ездили. Гостиница, все нормально, номер, да, все прекрасно, но это еще, слушайте, конец 90-х, 97-й, наверное, номер вам понравится, все хорошо. И так все, так намекает, как бы, ну, ладно, мы заходим, значит, номер у нас один на двоих, но это ладно, потому что, понятно, всегда экономили, мы там, в принципе, гонорар небольшой, коллектив начинающий.
Мы заходим, и, короче, там одна такая большая двухспальная кровать, вся с таким, с подушечкой сердечко. Вот. В общем, это свадебный какой-то номер. И как бы, и мы так со Стасом, а где, типа, вторая кровать? Поворачиваемся на администратора, и администратор, и он понимает, что он, то есть он как бы, то есть он думал, что, и вот он понимает, что он... А что-то перепутали. Пошел, короче, к этим бабушкам. А там бабушки же добрые, эти все. Бубнить их, значит, просить, что кровати надо сдвинуть. Вот. И потом одна из них говорит, все равно сдвинут. Что за люди? Ну, в общем, вот такой какой-то смешной, не знаю, не смешной случай вспомнил я. Ну, по ходу пьесы, я думаю, что сегодня что вспомню. Спасибо вам большое за ответ. Да. Нас тут... спрашивают, каково это озвучивать героя с мультика? Какие ощущения были? Ощущения прекрасные. Как раз совсем скоро, да, стартует анимационный фильм «Моана», да, где я озвучивал папу этой великолепной героини. Папа по совместительству с тем, что он папа, он еще вождь племени. По какой-то, я уже не помню, полинезийская легенда, по-моему, по ней построен этот мультфильм, что есть какое-то некое божество, не буду раскрывать тайну, могу сказать одно, что мульт потрясающий, невероятно красивый, когда озвучивал, прямо уж заглядывался. От создателей, понятно, что это Дисней, от создателей «Зверополиса» и «Храбрым сердцем». Вот. Самое смешное, я впервые озвучивал мультфильм «Моя мечта». Я прихожу, причем позвонил мой товарищ, как бы он как раз занимается, ну, вот это его профессия. Приди на кастинг. Я пришел, значит, ну сейчас вам покажем, как бы, мультфильм, историю. И они включают на экране каляки-маляки какие-то, причем какой-то стоп-кадр, и такой, знаете, как вот человечек такой тик-тик-тик нарисован, так, как будто ребенок лет 5 нарисовал. И вот они так, ясно, я стою и понимаю, что, наверное, меня реально разыграли. Потому что я об этом очень часто говорил, что я хотел бы озвучить мультфильм. И стою, понимаю, что меня реально разыграли. Вот ты попался. Вот. Но потом они меня попросили пойти в микрофонку записать, там озвучить. И ребята, я говорю, ну что вы, я говорю, а где мультфильм-то? Они говорят, так вот на самом деле так оно и происходит. Обычно пишется голос, а потом уже под голос рисуется мультфильм. Ну, понятно, что не под мой, просто для кастинга им нужно было подобрать определенный тембр, утвердить его уже. После этого мы, конечно, увидели основную картинку. Но это очень круто, более того, что понятно, что роль, может, небольшая, но у меня там две песни. Песня «Вождя» и потом саундтрек в самом конце уже. Это тоже очень почетно. Папа по герою такой, очень, мне в принципе ничего не надо было играть, я по сути играл себя, потому что, во-первых, он тоже такой большой, вроде такой с бородой, вроде серьезный, на самом деле очень глубокий, добрый, позитивный, очень щепетильный, очень любит свою дочь и очень переживает за нее. В общем, такой вот. Вот но такое вот, понимаешь. Вообще это сложно было для вас? Ну, вообще, да, потому что, во-первых, есть стандарты, так как одно дело, тебя, в принципе, как я уже сказал, тебя утвердили на роль, ты пришел, озвучил, и под тебя нарисовали мультфильм. Другой разговор, там уже есть референс, есть главные герои, понятно, что это на английском все было, под которые тембрально ты должен попасть под образ. Я просто не договорил, что я все это было все в начале лета, мы все рассказали, и все. И мне сказали, ну, в сентябре позвонят. Ну, я как-то даже об этом не думал, сентябрь прошел, начался октябрь, думаю, ну, наверное, не подошел. И тут мне позвонили, сказали, поздравляем, мы вас ждем на звучание. В общем, 26 числа состоится премьера, ну, как бы, мультфильма, а общая премьера по стране 1 декабря. Всех приглашаю, ребята, очень клевый мульт, серьезно. Не из-за того, что там я, а из-за того, что он реально очень крутой. Кстати, мою супругу, маму Моаны, озвучивает Юлиан Караулова. Так что у нас такое приятное. Песню мы с ней еще не спели, может быть, но мультик уже вдвоем озвучим. Спасибо большое. Спасибо. Денис, какое у вас хобби? Скажите. Хобби. Я люблю водить машину. Вот. Серьезно. Потому что это такое состояние, когда я расслабляюсь. Машина – это место, где никто меня не трогает. У меня нет водителя, потому что я не могу. Вот это я люблю. Во-первых, как бы у меня такая некая перезагрузка происходит в голове эмоций.
сам с собой пообщаться, и плюс как офис на дороге, я задаю интервью, разговариваю по работе, еще что-то, пишу песни, кстати, друзья, очень много песен написал, сидя в машине, да, и вот, ну, поскольку машины в последнее время стали, вот, я не знаю, тут, ну, в общем, не роскошь, а средство передвижения, будем так говорить, и вот то состояние, которое, например, было у меня в ранней юности, когда ты покупаешь машину, и ты ее там за ней следишь, что меняешь какие-то запчасти, там все время что-то ломается. С одной стороны, это раздражало, а с другой стороны, я понял, что этого реально не хватает. Потому что, ну, сейчас что, полгода машина поездила, отвез ее в сервис, там сделали ТО, и дальше ты ездишь полгода. Потом проходит 3-4 года, ты ее продал, купил новую. И, в общем, собственно говоря, процесса вот этого, он исчезает. И как раз в прошлом году сидел, думал, что надо на лето какую-то купить легковую машинку, потому что у меня два джипов, чтобы погонять, покатать. Вспомнил о своем любимце из 90-х, такой Mercedes 126 купе, олдскульная такая тачка. У меня он когда-то был, я его продал с дуру. Вот, думаю, может быть, найду, сейчас поищу. Какой-нибудь убитый, пускай будет. Но буду восстанавливать, такой некий будет процесс. И мне повезло, я в идеальном состоянии нашел эту машину, не буду долго рассказывать. В общем, все равно начался процесс, там нужно было какое-то поменять стеклышко на фаре, его, естественно, не было. Вот сейчас вот нас смотрят в соцсетях, ну, я открою тайну, что я зарегистрировался там под чужим ником, и вот теперь есть такой человек, не буду говорить, как его фамилия, неважно. Он шарится по форумам, где можно найти старые детали от той или иной машины. В общем, это реальный процесс, очень крутой. Он меня затянул. Потом я купил, в этом году я купил еще один автомобиль из 90-х. Это 140-й купе Mercedes. Совсем недавно сделал салон, перешили его потрясающе. И в одночасье понял, что мне нужно открыть свою, ну, не мастерскую, там, свой салон по реставрации автомобилей, по тюнингу. Да. Но даже это не сколько тюнинг, сколько реставрация. И именно таких интересных экземпляров, в общем, так увлечение потихонечку переросло, ну, там, пускай это небольшой, но тоже бизнес. Но это если говорить о мальчишеских. Вообще мальчишки мы же... А, и главное, что я заразил всех своих друзей, потому что они как бы тоже же вроде это было, а сейчас этого нету. И когда я им всем показываю эти машины, как это вот весь этот процесс, надо знать меня, если мне что-то нравится, я прям вот увлеку. Я бы хорошо мог шампунь какие-нибудь втюхивать, знаете, вот или там эту косметику социальные, как вот ходят, сетевой маркетинг. Это моя история. А вот, теперь у меня несколько друзей уже ищут какие-то старые Мерседесы, тоже пытаются их найти и тоже восстанавливают. Ну, в общем, так вот развлекаюсь. А можно водички буду попросить, буду признать, или чайку. Друзья, вы там, кстати, тоже выпьете чайку что-нибудь, или у нас такая неофициальная беседа. Да. У меня самого что-то пересохло в горле. А может, вам тоже чайку, да? Нет, ну можно просто. Можно водички просто. А жареную курочку можно нам? Ребята, вот вы сейчас, наверное, там... Стейки, пицца. По ту сторону экрана кушаете, небось. А я вот сегодня с утра на радиостанции в прямом эфире, потом еще кое-какие дела, и приехал теперь к вам. Ну ничего, зато строение фигуры будет. Да, тоже верно. Да. А вы вообще в спортзал ходите? Успеваете ли с графиком? Ну, у меня дома есть спортзал. Более того, да, это хорошо. Но, если честно, я в последнее время ушел от силовых. То есть, если раньше там на массу. Сейчас это ОФП. Мы, кстати, с Пьехой в этом плане очень похожи. Ну, Стасян вообще у нас там постоянно на этих болтается на турниках. У меня тоже турник, у меня дома есть тренажеры, там и штанга, и все. Ну, вот я так как бы каждый день турник и всем советую. Там 25 минут, 4-5 подходов, там, причем там некие сеты, туда входят сразу же 3-4 разных упражнения, по несколько, там, по 10-12 повторений. Так 4 раза. Очень круто. Для формы отлично, как бы больше я не хочу, меньше тоже. Спасибо, Асенька. Это Ася, друзья, моя помощница замечательная. Вот. За ваше здоровье. Приятного чаепития вам. Спасибо большое. Да, но могу всем посоветовать, что проще, если вы не хотите много заниматься, но хотя для того, чтобы в принципе была нормальная фигура, конечно, я могу себе позволить, потому что я 16 лет в зале. Никогда ничего не употреблял, могу сказать честно. То есть только здоровые какие-то добавки, протеины, там, аминокислоты. Никого в этом не упрекаю, но я просто сейчас говорю про себя. Из-за этого у меня нету каких-то там
последствий в плане того, что нужно максимально много заниматься, прикладывали для того, чтобы поддерживать себя там в фигуре. Я ни в коем случае не занимался никаким бодибилдингом никогда, это такой фитнес. И сейчас мне нравится быть просто поджаром там, в хорошей там, средней форме. Я имею в виду по размеру. Вот 52, вот мне нравится. Как говорит мой стилист замечательный, Юка, у тебя шоурумный размер, но это последний. Все, дальше уже все, уже шоурумного ничего не будет. А какой для вас стиль приемлем? Что вы предпочитаете? Вы имеете в одежде? Да, в одежде. Я вот предпочитаю все, главное, чтобы это было со вкусом. Но вообще это касается любого творчества, вне зависимости. Мне кажется, глупо себя ограничивать в жанрах. Ну, просто есть какие-то моменты, например, психологические, которые тебе просто ну, реально вот, неприятные. Я могу сказать это даже о кино больше. Вот. Ну, там какие-то ужастики, ну, я честно не люблю. Вот это, наверное, единственное, что. То есть, как и в музыке, там от поп-музыки заканчиваю там трэш-металом, и там понятно, что и рэп, и джаз, и там и соул, и хип-хоп, и там и хаус музыка. Где все, что талантливо, я прям с удовольствием. То же самое касается и книг, то же самое касается и фильмов, ну и то же самое, кстати, касается людей. Я вообще людей очень люблю, людей люблю разных, вне зависимости от их там позитивности. Вот даже если я встречаю человека, и он может быть какой-то негативный, но при этом я с таким еще не общался, он мне интересен. Мне просто интересно понять его психотип, почему он именно такой. И принять. Я в принципе всегда принимаю сторону другого человека. Пытаюсь понять его, почему он так, а как бы ему было бы удобнее. Наверное, это, кстати, результат дуэтной работы 17 лет, потому что как бы, это, кстати, очень помогает в семейной жизни. Скажите, пожалуйста. А какие фильмы вам нравятся, жанры? Ну, я больше, понятно, что по комедиям. Люблю, кстати, романтические. Мультики люблю очень. Нет, ну, хороший экшен, отлично. Триллер какой-нибудь. Ну, такой, как бы, ну, без кровавого месива. Люблю, кстати, очень. Даже люблю простые наивные фильмы. Ну, такие искренние, душевные. Как говорят, для девчонок. Ну да, почему нет? Любой мелодрамы с удовольствием. Сериалы люблю. Вот у меня есть несколько сериалов, которые я смотрю там параллельно. Ну, там «Теория большого взрыва», но там «Биг Бен». «Биг Бен» уже 10-й сезон. Ну, это такая дурка, но настолько кайфовая. «Американская семейка» мне очень нравится. Если у нас есть тоже прекрасные там сериалы. Там, например, мне очень нравится. Тоже он, очень, с одной стороны, очень легкий, вроде ничего такого нет, за счет того, что там очень самобытный и замечательный состав. «Воронины», например, мне тоже очень нравится. Там играют мои друзья. Вот. Вот так вот. Давайте поговорим сейчас о путешествии. Какая страна, какое место вам больше всего нравится, куда вы часто приезжаете? Можно посоветуйте нашим зрителям туда съездить, побывать. Так посмотреть. Получилось, что несмотря на то, что живу я в Европе, да, и в Европе реально очень красиво, и каждая страна со своей фантастической историей, архитектурой. Вот реально я практически в Европе нигде не был, серьезно, кроме Испании. В Испанию. Вот Испанию я очень люблю, а так за счет того, что вот в отпуск, как правило, ездишь зимой, ну там в такой конкретный, это все Азия. Вот всю Азию я объездил сплошь и рядом. Ну, а что там, океан, тепло, вкусная еда, фрукты, витамины и солнце. Но отдых же бывает разный. Бывает интеллектуальный, бывает просто релакс, бывает там такой фитнес-отдых. Опять же таки могу сказать, что все отдыхи мне тоже нравятся в разном состоянии. Смотря на каком состоянии замученности ты находишься. То есть после Нового года, конечно, просто тупо упасть на песочек и наслаждаться тишиной, спокойствием и поглощать витамин D солнечный. А вот, если говорить о лето, то летом, наверное, более какой-то там динамичный. Ну вот оставил, видимо, себе Европу для осознания, для... на более взрослые, наверное, года. Хорошо, а есть ли страна, которую вы очень хотели посетить, прям мечтаете попасть туда? Хочу в Японию съездить, ни разу не был. Да. Очень круто говорят. Очень круто говорят, советую, друзья. В Японию, да. Вот прям вот конкретно в Японию хочу.
В Австралии, единственное, что в Австралии не был, но что-то и как-то и не тянет меня. К кенгуру я хорошо отношусь, ну, да простят меня, ну, как бы, ну, туда лететь, во-первых, мама, не горюй. Ну, а вот если честно, да, у меня есть мечта, я помню, там, группа «Кармен» в свое время, когда они выпускали первый альбом, у них каждая песня была про города, и они все говорили, что они, когда станут популярны, у них будет много денег, ну, такой миф, как бы, был. Мы возьмем лимузин и хотим объездить все города на лимузине. Вот у меня есть такая мечта, взять вот эти автобус-дом, ну, как называется, машина-дом, да, посадить туда свою семью, и реально вот так на месяц поехать там от кемпинга к кемпингу, путешествовать по Европе от города в город. Ну вот если говорить какой-то... А как вы планируете отпраздновать этот Новый год? Может быть, поедете куда-то? Или все-таки дома? Нет, ну этот Новый год я отпраздную на работе, как обычно. Я имею в виду, да, в дальнейшем, концертов. Да. А потом, да, поеду. Скорее всего, это будет круиз. Первый раз поеду в круиз. У меня просто есть замечательный друг мой. В Питере у него там есть агентство туристическое London Travel, да простят меня. Но я просто хочу посоветовать, потому что действительно очень классные круизы. И вот он меня уговорил в этом году, поеду в круиз. Первый раз вот так вот сам, не по работе. Я человек не пьющий, правда, но говорит, что каждый день будет где-то останавливаться. Там есть бассейны, есть лежаки, в общем, все есть. Там целый город этот плавучий, но попробую. Денис, давайте мы с вами плавно перетечем в ваше детство. Давайте. Был ли у вас кумир в детстве? Конечно, ну естественно. Но у меня был кумир, у меня было два кумира. Это Виктор Цой и Константин Кинчев. Да, я уже говорил, что поскольку я ленинградец, и там в 12-13 лет мой романтичный нрав требовал, с одной стороны, там, реализации какой-то юношеской агрессии, ну, как бы выплеска, да, и вот как бы музыка такая, та, которая бы его будоражила. А с другой стороны, вот эти вот струны романтичной души гитарные, вот, ну, вот за романтичную душу дергал Цой, а за вот эту юношескую агрессию тестостеронову господин Кинчев. А вот, кстати, у Кости, слава богу, вот сейчас он уже, у него была недавно проблема со здоровьем, и как раз несколько дней назад состоялся первый концерт после его выздоровления. Хочу пожелать огромного здоровья ему и, конечно, порадоваться как за себя и за всех поклонников группы «Алиса», что скоро будет возможность опять оказаться на его замечательном концерте. А кем вы мечтали быть в детстве, стать? Наверное, нет, космонавтом не мечтал, но если там по дурости, то какие-то смешнульки. Ну вот я помню, пришел, мама мне рассказывает. Я лазил, шарился по помойкам, как и все нормальные мальчишки в детстве. Ну, может быть, сейчас этого не происходит. В наше время это было так, когда я был маленький. Притаскивал какие-то телевизоры сломанные, разбирал, не знал, что с этим делать. Но, в общем, все тащил в дом. Ну, а сейчас я анализирую, вспоминаю. Конечно, я хотел быть артистом, потому что с папой, там, будучи маленьким, я всегда ездил на гастроли, если в какие-то каникулы. А тогда он еще работал в сборных концертах, где были и юмористы, и пародисты, и пантомима, и фокусники. Я вот этот весь концерт, естественно, там за 10 дней не каждый день шли, выучил наизусть, и потом сам для себя перед зеркалом все это показывал. Мне казалось, что это нормально. Сейчас я, конечно, вырос, и у меня есть свои дети, и я смотрю на них, и что-то я не вижу таких вот у них потуг и желаний прям вот что-то, ну, я имею в виду. И сейчас я вот благодаря этому анализирую и понимаю, что да, наверное, все-таки это было мое призвание с детства, самореализоваться именно вот в этой профессии. Хотя старший мой сын, мне есть чем гордиться, у меня старшему сыну 15 лет, Тимофей, он бронзовый призер чемпионата мира по тэквондо. Вот, то есть, опять же, мы, родители, пытаемся реализовать в наших детях то, чего мы не успели, то, что мы хотели сделать, у нас не получилось. Доченька моя, вот ей тоже сейчас 11, она однозначно будет у нас петь, я не знаю, либо играть в театре или в кино, ну, такой космический персонаж, она все время в астрале таком фантастическом, и это круто. Ну, а младшой сейчас... Не знаю, кем будет, но будет однозначно очень позитивным человеком и наверняка очень трудолюбивым, потому что он такой вот уже, мне нравится, у него уважение к труду, несмотря на то, что ему 3 года,
Он и вежливый, и послушный, и что-то даже если намусорит, то сам уберет. У него даже был такой приход, я помню, в год, 2 года. Он специально начинал мусорить. И я ему пытались его ругать за это, естественно. А потом супруга увидела, что он говорит, он мусорит для того, чтобы потом убрать. У нас просто дома очень чисто, ему как бы дискомфортно, ему нечего делать. И вот ребенку приходилось, знаете, какое тяжелое детство у ребенка. Ему приходилось специально мусорить, чтобы потом можно было все это убрать. Денис, скажите, пожалуйста, музыкой в детстве вы занимались охотно все-таки? Нет. Или из-под палки? Да, конечно, ненавидел я ее. Дай бог бабушке моей, память, понятно, и маме моей здоровья, вот. Потому что, ну, они каким-то образом вычленили, ну, как-то поняли, что я мальчик музыкальный, обманом меня затащили в музыкальную школу, обманом почему, сказали, что ты придешь, если все хорошо сделаешь, мы тебе купим подарок, ну, там, что тетя тебе скажет. И, естественно, послушайте, я продажная душа, за машинку готов был сделать все, что угодно. Естественно, тетя мне все сказала, я сделал все то же самое, меня приняли в музыкальную школу, и все. Ну, машинку я получил, и плюс еще получил 7 лет строгого музыкального образования, как бы со стороны музыкальной школы. Ненавидел вообще, реально. Ну, то есть, вот когда я закрыл, в 7 классе закончил музыкалку, сдал экзамен, захлопнул крышку, пианино, сказал, больше я не подойду. Вот. Но в 13 прямо первый раз, по-моему, влюбился. И открыл крышку и начал писать песни. В общем, просто мне, видимо, не нравилось там исполнять то, что не написал лично я сам. И крайний вопрос к вам. С кем бы вы хотели снять клип? Я же сказал, что я... Просто так настойчиво спрашиваю. Я могу сказать, с кем бы. Ну, понятно, что если с моими коллегами, я уже говорил, там со Стасом Пьехой, и там с Иракли, и у меня есть еще отличная песня со Славой, с певицей. Вот. Но мне бы хотелось, например, сделать трек с Бастой. Ну или с Константином, и в том числе с Константином Евгеньевичем Кинчевым. Поэтому я думаю, что, может быть, когда-нибудь это произойдет. Спасибо вам большое. Спасибо большое, спасибо огромное. Друзья, с вами было приятно, несмотря на то, что я вас не вижу, а вы меня видите, я прям чувствовал вашу энергию. Хорошего вам дня, ну и всегда можно меня найти вот в этой маленькой штучке. Всегда ваш я.